Доброго всем вечера. Мы с вами в Аркадии. Вечерний Аркадий. Обстановочка у нас в Одессе спокойная. Люди гуляют, отдыхают, в кафешечках сидят. Музыка где-нибудь играет. Где-то тише, где-то громче. По-разному, короче говоря. Вот. Людей так средненько. И не сильно много, и не сильно мало. Но люди есть. Это радует. В том году, конечно, было не так много людей. Мне там многие люди пишут периодически в комментариях, что я так сильно удивляюсь количеству людей на пляже. Что типа, ой, как много. И типа, вы еще не видели много, да вы не знаете, что такое много. Я знаю, что такое много. Я весь знаю, сколько у нас приезжало людей в Одессу до войны, насколько были заполнены пляжи. Вот, но я так говорю, потому что я сравниваю обстановку с прошлым годом. Вот вы просто откройте, промотайте мое видео и откройте, что происходило в Одессе год назад. И вот, конечно же, по сравнению с прошлым годом я очень сильно удивлен. И меня очень сильно удивляет то количество людей, которые есть сейчас, и вообще обстановка, которая сейчас. Кардинально все по-другому. И в плане пляжного сезона, купального, в плане количества людей, сколько людей приезжают. В том году все такого не было. Поэтому я этому удивляюсь и вам свои удивления рассказываю. А люди думают, что я не видел забитого наглухо пляжа. У нас было такое до войны, на пляже просто негде было стать, не то чтобы лечь. Стоять негде было, было все забито, усеяно, и вообще свободных мест не было. Такие дела. Ладненько, всем хорошего вечера, мирного неба, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.